Перми. Пришли к станции метро «Пушкинская» в Минске, где два дня назад погиб участник массовых беспорядков. Погиб он, правда, трагически, а главное, глупо. По версии МВД Беларуси, он пытался бросить в ОМОН взрывное устройство, и оно, взрывное устройство, сдетонировало прямо в его руках. То есть он случайно убил себя сам. Итак,